Привет! Сегодня я расскажу тебе, как начать зарабатывать с AliExpress. Ну, или просто получать скидку 8,5% с каждой покупки. Речь пойдет об официальной партнерской программе этого популярнейшего интернет-магазина, EPN. Основными преимуществами этой партнерской программы являются: начальная процентная ставка составляет 8,5%. И может достигать 10. Минимальная сумма для вывода составляет всего $10. Вывести деньги можно на популярные электронные кошельки и пластиковые карты. Выплаты производятся 2 раза в месяц. К твоим услугам большой набор инструментов для проведения успешных рекламных кампаний. И детальная статистика, которая обновляется в реальном времени. Участвовать в этой партнерке может абсолютно любой. Для этого нужно лишь зарегистрироваться. Ссылку, по которой нужно регистрироваться, ищи в описании под видео. После регистрации, в разделе «Мои площадки», тебе нужно будет добавить сайт, с помощью которого ты собираешься рекламировать товары с AliExpress. Не беспокойся. По сути, это формальность. Если у тебя нет своего сайта, или тематической группы ВКонтакте, или канала на YouTube, это не важно. Просто добавь сюда Яндекс.Директ или Google AdWords. Это тоже подойдет. Затем, после одобрения площадки, а это происходит довольно быстро, ты уже можешь начать зарабатывать или экономить на собственных покупках 8,5%. Для этого у тебя в распоряжении есть куча инструментов. Но, по большому счету, для того чтобы зарабатывать, достаточно пользоваться только двумя. Это инструмент «Партнерские ссылки» и раздел «Привлечение рефералов». Я пользуюсь только ими. Поэтому давай подробнее разберем только эти 2 пункта. Остальные ты разберешь сам после регистрации, конечно, если у тебя будет желание. Итак, сначала о партнерских ссылках. К примеру, ты хочешь купить со скидкой или впарить кому-либо что-либо. Для этого просто перейди на страницу нужного товара, скопируй ее ссылку. Теперь заходи в раздел «Партнерская ссылка», введи любое название креатива, вставь ссылку, которую скопировал ранее. Теперь нажми кнопку «Создать партнерскую ссылку». Все, твоя ссылка появилась ниже, в разделе «Актуальные». Жмешь вот сюда и копируешь ее. Также ее можно сократить. Теперь просто перейди по ней, закажи и оплати нужный тебе товар, и получи свои проценты. Ну или распространи эту ссылку в массы, удобным и доступным для тебя способом, и получи свои кровные 8,5% от стоимости товара, в случае если кто-то купит этот или любой другой товар. После оплаты такой покупки, ты практически сразу увидишь заработанную сумму в разделе «Статистика», «Транзакции». Единственное «но» – получить свои деньги ты сможешь только после того, как будет подтверждена доставка товара на AliExpress, и заказ пройдет проверку системой. Как правило, это занимает от 2 недель до 2 месяцев. В течение этого времени заработанные тобой деньги будут висеть в обработке. Теперь о привлечении рефералов. В EPN ты можешь зарабатывать, привлекая их в кэшбэк-сервис и партнерскую программу. Для этого в инструментах есть партнерские ссылки и баннеры. Для каждой группы рефералов есть свой процент вознаграждения. Рефералы кэшбэк-сервиса будут приносить тебе от 20 до 30% от суммы своей экономии, а не экономить 7% на своих покупках. Рефералы веб-мастера будут приносить тебе 5% от суммы своего заработка. Она включает в себя сумму всех транзакций, совершенных по его партнерским ссылкам, плюс сумма, которую приносят ему его рефералы. Еще, я, пожалуй, расскажу тебе о вкладке «Товары». В этой вкладке ты можешь получить информацию о том, какие товары на AliExpress самые продаваемые. Тут ты увидишь топ-100 товаров, которые покупались по ссылкам партнеров и EPN за определенный период. Другими словами, ты всегда будешь в курсе, что продается лучше всего. Очень полезная штука, как по мне. Ну все, дерзай. Напоминаю,
что нужные тебе ссылки ты найдешь в описании под видео. Больших заработков тебе, партнер.